Предварительная дата праздничного дня Ураза-Байрам приходится на 24 мая. Члены Совета Алимов Республики сошлись во мнении относительно этого вопроса. Обсуждение состоялось в здании Муфтията Дагестана в режиме видеоконференции. По нормам шариата, чтобы объявить точную дату праздника, необходимо увидеть новолуние невооруженным глазом. Этим будут заниматься имамы во всех уголках Дагестана. Вечером 23 мая духовенство официально объявит дату праздника. Ураза-Байрам духовный лидер мусульман республики призывает отмечать исключительно дома, в кругу своей семьи. Есть и немного печальное пожелание, если правильно сказать, моя настоятельная просьба не выходить на праздник из дома, не посещать в этом году близких, соседей, друзей для праздничного застолья. Давайте отметим этот день в своих домах со своими семьями и добрыми пожеланиями ко всем этому миру. Сегодня является очень популярным снимать видео. Снимайте поздравления, добрые пожелания и отправляйте друг другу. Также категорически не рекомендую посещать в этом году кладбище. Для наших усопших достаточно, если мы прочитаем молитвы за них каждый у себя дома и сделаем дуа. У Всевышнего есть ангелы, которые, если Он позволит, оповестят наших покойных о том, что мы их помним и любим. Оставайтесь дома до тех пор, пока опасность минует, и можно будет делать это, не рискуя своим здоровьем и нашими близкими. Еще раз всех с наступающим праздником. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату.